Хорошо, Никита Сергеевич. Осечка у вас. Или волка пожалели? А по мне с волками жить по-волчьи выть. Да не поймешь. Смотри, как бы партаппарат обидел, армию сократил, пенсию военным срезал, скоро и твои оборонки шею свернет. Да нет, все его дурости перечислять, это же пальцев на руке не хватит. А что ж ты о главном помолчишь, а? Ты о чем? Ну, что он надумал тебя с поста председателя Верховного Совета на второго секретаря ЦК переставить? Вот-вот, пусть только попробуй. Шею себе свернет. Обижайся, не обижайся. Но я, Леня, тебе правду скажу. Знаешь, мы тут люди все свои, темить, как говорится, нечего. Ты знаешь, как я тебя люблю, как ценю. Но в данный момент, извини, ты просто мудак. Почему? Да тебе, Хрущ, сам власть прям в руки передает. Ну что такое второй секретарь при первом, который все время в разъездах? Это все. Я подсчитал. Он за прошедший год 145 дней провел за границей. Это 4,5 месяца. Ну так пользуйся этим. Бери все в свои руки, Леонид Ильич. Леня, а тут есть над чем задуматься. Может, хватит дудеть в хрущевскую дуду? От него страну спасать надо. Может, хватит дудеть в хрущевскую дуду? От него страну спасать надо. Ну, что скажешь? Да, Вова, теперь у нас такая рыбка на крючке. Но страну не они, а мы должны спасать. Значит, Леня для нас фигура переходная. Ну что ж, а вот теперь давай порыбачим. Так у тебя и так хороший улов. Да. Клюнул. Клюнул. Как думаешь, что в конверте? Полагаю, личный номер счета товарища Ибраимова в зарубежном банке. Каков у него статус? Член ЦК. Вскоре, возможно, станет секретарем. Человек Машитова. Ну, а тот с Леонидом Ильичем в приятельских отношениях. Да, приехали мы с тобой, Володя. Где это они? Внуково. Туалет депутатской комнаты. Что же это выходит? Нами правят те, кого мы ловим? Получается. Да брось ты. Мы контрразведка. Кто слушает нас? Архи-контрразведка?
В нашей системе нет предела совершенства, товарищ полковник. Вряд ли такому сюрпризу обрадуется генерал. В общем, так. Масть это шефа или нет, но сегодня же изложу ему нашу версию. Фотографию на десерт. Если генерал меня отправит в отставку, стреляться не стану. Ты что? Ты что, плохо себя чувствуешь? Ножка прижала. Капельки выпью. Мать спит. Спит. Точно? Сейчас посмотрю. Спит, точно. Сколько надо капать? 32. Спит, значит. Да ты что? Тихо! Ты что? Я сейчас мать разбужу. Я тебя разбужу. Сиди и молчи. Ишь ты. Ой. Разбудит он. Без сопливых обойдемся. Ой. Нет, ну что ж ты делаешь, а? Ой. Ты запомни, сын. Есть два мнения. Одно мое, другое глупое. Как съездил-то? Как съездил? Я же еще в Швецию съездил. Вот. Ты кто сейчас будешь? Кандидат технических наук. Вот ты мне и скажи, ученый. Как же это так? В Швеции-то социализм. Ты понял? Не у нас! Не здесь, а у их, в Швеции, с Ленинградскую область, тоже люди головы повернуть не могут. А почему? А потому что мы рядом. С перепугу это они для рабочего класса все сделали. С перепугу, чтобы как у нас не было. Социализм. И без всякой революции. А у меня вот до сих пор руки по локоть в крови. Ты думаешь, это что, все так? Это ж было для дела. Мы же думали, что все должно быть. Это ж были люди. Это ж были коммунисты. Не то, что нынешний. Ой, ой, сынок, нельзя болеть. Нельзя сдохнуть, сынок. Просто как коммунисту, как отцу твоему, 10 лет еще надо. Никого нет вокруг. Это ж не народ. Это мелочь. Бездельники, бюрократы. А Николай Викторович Подгорный? Ведь он вроде тебе предан. Кто Подгорный? Вот это и дело, что он Подгорный, вот так бы ему там под горой бы и быть, и остался бы там, как бы не я. А Шелепин? Ведь ему, кажется, 40 лет. Шелепин образованный, но это ж комса, комсомольцы, семичастный, месяцев. Шелепин, да, конечно. Я ему предлагал быть секретарем Ленинградского обкома, как Кирову. Так он обиделся, посчитал за понижение. Он же у центре, он хочет остаться у центре. Никита Глинич заболеет, и он останется вместо него. А Леонид Ильич? Кто? Леня! Добрый парень, ты знаешь, как его на Днепропетровщине звали? Балерина. Потому куда его не вертел, в ту сторону и крутится. Они все его за Петрушку держат. А вот он за меня и держится. А это мне и надо. Вот это мне и надо. Я, если хочешь знать такого человека, решил
я его на кадры поставлю. Вот он им всем отомстит, они все у меня в руках будут через него. А кадры, сыночек, они у партии, вот кто б ты ни был, вот они все и решают. Это усатый знал. Иосиф Виссарионович это знал. Ух, как он людями умел вертеть, а мной. Вот во время войны я узнаю обстановку, докладываю, товарищ Сталин, 16-го в городе будут немцы. Проходит какое-то время, обстановка изменилась. Вот он меня вызывает, захожу, докладываю, шаг вперед. Вдруг он говорит, круг, хоп, я повернулся, и к стенке, лицом. 20 минут стою, час стою, я же человек, я же государственное лицо. И вдруг он снова говорит, круг, хоп, я поворачиваюсь. Он говорит, подойди к окну, где твои немцы? Это что, человек? Так а бы не он разве? Эй! Нет, сыночек. Нельзя умирать. 10 лет еще надо стоять, но ничего. Выстоим. Вчера ночью застрелился полковник Глушко. В чем причина, ты не знаешь? Нет. Да. Может, это как-то связано с вашей разработкой? Каким образом? Не думаю. Ну, ладно. Это мы выясним. А ты вот что. Ты пока приведи в порядок все твои документы по этому делу и сдай их мне. А сам отправляйся в отпуск. Непростое это дело найти подходящего человека на место Глушко. Последний анекдот на аграрную тему, слышал? Может, подождем пока анекдот? Сначала обсудим дело. Ну ты что, решился? Пока еще нет. Сколько ты будешь думать? Да не знаете вы Никиту. Это он с виду простачок. Скольким уже шею свернул? И Молотову, и Берии, и Кагановичу, и Жукову. Смотри, Леонид, останешься у разбитого корыта. Да мы все у этого корыта оказаться можем. Очи черные, очи страстные. Да.
ты трусишь, Леня? Вон Николай уже секретарей северных обкомов опросил. Все против Хрущева. Я лично беру на себя Украину. Ты Грузии, узбеков обаять можешь. Это ж твои люди. Пленум будет наш. И потом мы с тобой. Глянь, какие орлы. Со мной-то вы со мной, только до первого милиционера. О, какая рыжая. Ну что, рыжая? Все ничего, Леонид Ильич. У меня на малой земле была одна такая рыжая. Боевой товарищ. Между прочим, стихи писала. А ты, рыжая, стихи пишешь? Или только одни рапорты? Рапорты в стихах, Леонид Ильич. Приятного аппетита. Николай Григорьевич? Да? Вас к телефону. Потом, потом. Есть. Твой? Малек-то мой. Проверенный. Уже 3 года вместе. Ты вот что. Ты там на юге Краснодарского Воробьёва провентилируй. Не его одного, Зарабяна тоже. И других прощупаю, кто там отдыхает. Ну вот это уже речь не мальчика, но мужа. Вы на слове меня не ловите. Леонид Ильич, а вот теперь самое время свежий, аграрный анекдот. Пожалуйста. Анекдот такой. Возвращается чукча с охоты, входит к себе в ярангу, видит там на медвежьей шкуре его голая жена и голый геолог. И чукча спрашивает: уважаемый товарищ геолог, что вы такое с моей женой делаете? А геолог говорит: ты что, не видишь, что ли? Выполняю постановление Никиты Сергеевича. Внедряю кукурузу на Крайнем Севере. Извини, отец, ты не забыл? О чем? Ты мне сегодня обещал принять профессора Лопатина. Он здесь. Какого Лопатина? Историк. До войны одно время ты работал под его началом. Но тот, который сидел. Да, да. Давай его сюда. У Лопатина какой-то важный разговор. Он просит лучше на воздухе. А можно? Я как раз хотел прогуляться. Спасибо, сынок. Лопатин. Ну, что у вас за секреты? Владимир Иванович. Дело в том, Никита Сергеевич. Ну, говорите. Что за вашей спиной так некоторые крупные деятели партии КГБ занимаются неблаговидными делами. В каком смысле? Торгуют наркотиками, имеют личные валютные счета в зарубежных банках, вкладывают на Западе через подставных лиц свои капиталы в прибыльные предприятия. Кто? Ну, например, член ЦК товарищ Ибраимов, друг Машитова. У вас есть улики? Они имеются в КГБ, в управлении контрразведки у генерала Кураева. А откуда вы это знаете? Об этом мне сообщил капитан нашей контрразведки. Он сын моего близкого друга, бывшего красного командира, который умер в лагере на моих руках. Как его фамилия? Я не могу сообщить ее вам, Никита Сергеевич. А почему? Видите ли, дело в том, что на этого капитана уже было совершено покушение. А его шеф застрелился в тот же день, как только изложил версию о коррупции части партийной элиты и КГБ. Хотя стреляться не собирался. Простите, Никита Сергеевич,
Вы не замечаете, что высшие эшелоны партии давно переродились. По сути, большинство правящего аппарата – циники и приспособленцы с буржуазным уклоном в душе. Да-да, вы дослушайте. Лучших представителей партии уничтожил Сталин. Хотя перерождение началось раньше. Бросьте. Вы там озлобились у лагеря, и теперь у вас все плохие. Ишь, на что руку подняли? На партию. А кто, как не партия, подняла страну из руин? Это же партия нашла в себе мужество осудить все перегибы Сталина. Кто, как не партия, подняла целину, запустила чека у космос, начала невиданное в мире жилищное строительство, и теперь миллионы тружеников живут в отдельных квартирах, товарищ Лопатин. А кто открыл ворота тюрем и лагерей, тоже партия. Да что перечислять? Я о вас лучше думал, товарищ Лопатин. А вы? Всего вам. У меня еще много работы. Генерал Кураев? Хрущев, говорит. Слушаю вас, Никита Сергеевич. Что это у вас там за дело с Ибраимовым? Не понял, какое дело? До меня дошла кое-какая информация. Какая информация, товарищ Хрущев? Вот это я у вас хочу спросить. На Ибраимова у нас ничего нет и никогда не было. А почему застрелился ваш сотрудник? Если вы имеете в виду полковника Глушко, товарищ Хрущев, то у него появились некоторые нелады на семейном фронте. Как фамилия того капитана, который работал под его началом? Сорокин. Он психически здоров? Не совсем, товарищ Хрущев. Последнее время у него стало прогрессировать больное воображение. Что же вы держите таких людей, вашу мать? А он сейчас в отпуске. Вот когда вернется, ему будет предоставлена менее ответственная работа. Это уже решено. Ну ладно, все. До свидания, Никита Сергеевич. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь отдыхает. Зарабян, первый секретарь Армении, первые секретари обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра и поговорим. Да, и вот пока не забыл, ты на послезавтра организуй обед персон на 10. Понял. А через несколько дней улетим. Ну что, небось, искупаться не успеешь, а, малюк? Ничего, будет и на нашей улице праздник. Дай дожить. Да, в ноябре уже не искупаешься. Холодно будет. Тебе кто сказал про ноябрь? Как, вы же сами, Николай Григорьевич. Запомни. Никто ничего тебе не говорил. Твоя работа не слышать. Иди. Да, Георгий, обижен. И не боюсь признаться в этом старому другу, потому что я не на партию обижен. Сколько я от него неправды вытерпел. Да разве во мне одном дело? У него же все либо лодыри, либо бездельники, а он трудяга.
Так наработал, что страна скоро с голоду пухнуть станет. И что же вы намерены делать? Соберем пленум. Покритикуем за игнорирование мнения ЦК, за сельское хозяйство. Я, Коля, всегда с тобой рядом был. Даже когда Хрущ тебя из секретариата турнул. И сейчас ты мне мозги не пудри. Говори прямо. Да? Да. И кто? Либо Подгорный, либо Брежнев. Ясно. И когда? Все нужно успеть до ноябрьского пленума. Тебе чего, малюк? Николай Григорьевич, приехал первый секретарь Армении, товарищ Зарабян. Ну, извинись, пусть подождет немножко. Пока не надо, чтобы он нас видел вместе. Ну, иди, иди, чувствуешь? Это хорошо. Я в твоих людях не сомневался. Я, ты знаешь, долго колебался. Но теперь все, баста. Я ему не пешка, чтобы меня туда-сюда передвигать. Не, пора его убирать. Ноябрьский пленум, полагаю, проведем без Никиты. Вас здесь не пишут? Плевать. Он в курсе. Кто? Тот, кто пишет. Семичастный? И Шелепин тоже. Весь комсомол с нами. Кстати, давай-ка на балкон выйдем. Насчет комсомольцев Шелепина и Семичастного. Они, ребята, в общем, неплохие, только уж больно шустрые. Я тебе, как другу, больше всех доверяю. У тебя своя служба имеется? Ну, в каком смысле? Ну, в том, что доверяй, но проверяй. За самими комсомольцами приглядеть не мешает. Сможешь? Люди найдутся. Ну, вот и отлично. За ними сейчас глаз да глаз нужен. Да. Очень мудрое решение, Леонид Ильич. Тем более, что Семичастный кое о чем догадывается. Не понял. Но Семичастный осведомлен о наших приятельских отношениях. Ну ладно, пусть нюхает. Ему сейчас под меня копать не с руки, мы с ним в одной упряжке. А как сделаем, мы ему другое применение найдем. Без его картотеки. А Никиту надо убирать. Причем срочно. С
со счетами у тебя все в порядке? Все на безымянных вкладах в 5 странах. Сколько? 300 миллионов. Задел немалый. И чтоб никуда. Все для партии. Поддержка национально-освободительных движений и всякое такое. Сам понимаешь. А Никиту надо убирать. Товарищ генерал, вас ждет Александр Николаевич. Да. Саша. Фу. Что случилось? Да ничего. Я по дороге. Лечу в Москву, вот решил заглянуть к тебе. Может, поведаешь? Сейчас форели зажарят. Нет, пройдемся, поговорим. Тут и мое хозяйство. Можешь говорить спокойно. Спасибо. Руч наконец решил насчет отпуска. Скоро едет в Пицунду. Пора всем подтягиваться в Москву. Ну, я всего 3 дня как приехал. Ну, дай хоть немножко расслабиться. Там мои ребята держат руку на пульсе, все схвачено. Хочешь посмотреть оперативные сводки? Вся страна только и шпарит анекдоты про Никиту. Продукты, как договорились, снимаем по плану. Я думаю, Леня это оценит. Да что вы все, Леня, да Леня. Совсем уже. Брежнев фигура временная. Ты это знаешь не хуже меня. Не горячись и не сомневайся. Что бы ни случилось, я твой человек. Ладно, будь на звонке. Когда Хрущ уедет, Пицунда должна быть надежно изолирована. Блокируй всю информацию. Перекрой все выходы на Хрущева. Сейчас круг людей сильно расширился. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Понял. Слушаю. Это Алексей Иванович Джубей? Да, а кто вы? Я из контрразведки. Тогда это не ко мне. Это к Семичастному. Погодите класть трубку. Я знаю, что вы с ним в дружбе, но сейчас я рассчитываю на ваши семейные узы и ваш разум. Не понял. Против вашего тестя готовится переворот, и Семичастный в нем участвует. Одну минуту. Доказательства. Назначьте время, где и когда. И я вам их представлю. А где гарантия, что вы не авантюрист? Никакой. Но рискую я, а не вы. Если вы не приедете немедленно, Семичастный не даст нам встретиться уже через час. Не исключено также, что я говорю с вами в последний раз, на меня охотятся. А что там у вас? Магнитная запись. О чем она? Разговор на квартире Брежнева. Да поймите, Хрущеву действительно угрожает опасность. Если его отключат от связи на Пицунде, будет поздно. Неужели вы этого не понимаете? Кто тебе позволил прослушивать квартиру Брежнева? Ты на кого работаешь? Что вы, Владимир Ефимович? Толя, смотри. Мне известно, этим занимался один из твоих людей. Откуда у вас такая информация? Неважно. Если не ты, так кто из твоих гангстеров проявил самодеятельность? Такое исключено, товарищ генерал. Мне кажется, в твоем департаменте бардак. А если Сорокин? Это какой? Не валяй дурака. Тот, насчет которого звонил Хрущев в связи с Ибраимовым.
Ты сказал Хрущеву, что у него прогрессирует больное воображение. Говорил? Да. Но он исчез. Как это исчез? Сам? Не вернулся из отпуска и как в воду канул. Что ж ты молчал? Ищем. Толя. Насчет кадров ты получишь выговор. А пока достань его хоть из-под земли. Да. А кто, по-твоему, на этого Сорокина может охотиться? Понятия не имею. Если я узнаю, что ты блефуешь, я тебе яйца оторву. Ладно, иди. Саша, это я. Что у тебя? Такое дело. У Джубея скопилась кое-какая информация. Не суетись. Он промолчит. Почему? Этот индюк думает, что он станет министром иностранных дел. Алёню с Машитовым и Ибраимовым уже почекотать? Рано. Мы их на этот крючок после всего подвесим. А сейчас можешь спугнуть. Значит, и Кураеву пока пастись. Все верно. Пусть глубже увязнут. Слушаю. Можно попросить телефон у Никиты Сергеевича? Его нет в Москве. А с кем я разговариваю? Это сын. Здравствуйте, Сергей Никитич. Вас беспокоит Мальков из охраны Игнатова. Только, пожалуйста, не кладите трубку. Мне с трудом удалось добраться до вертушки. А в чем, собственно, дело? Против Никиты Сергеевича готовится заговор. Алло. Алло, вы слышите меня? Товарищ Мальков, вам надо обратиться в свое ведомство. Это невозможно. Семичастный тоже в заговоре. Я бы очень вас просил встретиться со мной. Я немного болен. Ну, хорошо, дайте ваш адрес, я приеду. Нет, лучше на улице. Скажите номер вашей машины. Я буду стоять на Кутузовском проспекте, угол дома 10-12. Черная Волга, 13-28. Приеду через полчаса. Вы Мальков? Да, я. Садитесь. Так куда мы едем? Давайте куда-нибудь за Кружную, в лесок. Ну, в лесок так в лесок. Ну, хорошо. В любом случае, спасибо за информацию. Завтра отец приезжает с Урала. Я обещаю все ему рассказать.
А как с вами связаться? Так. Вот по этому телефону. Условимся только о встрече. Скажите честно, а что столкнуло на такой опасный поступок? Ведь Игнатов узнает, он это не простит. Да, верно. А вы верите в обычную человеческую порядочность? Верю. Ну так вот, а потом надоело ходить бессловесно в халуях, мальках, в шестерках. Всего. Ерунда все это. Этого не может быть. Потому что не может быть никогда. Вот перечисли. Повтори, кого ты мне назвал? Игнатов. Так. Подгорный. Так. Брежнев. Так. Семичастный Шелепин. Ну, Игнатов, может быть, он всегда всем недоволен, один такой петух. Всегда нужен, он заметен. Но Брежнев с Подгорным того быть не может. Я же их из дерьма вытащил. Они мне по гроб жизни должны быть обязаны. Семичастный Шелепин, это люди разные. Они же относятся к ним свысока, они же называют их комсомольцами. Я же думал чем-то, когда их назначал. Вот есть мыши и есть крысы. Вот обои грызуны, так? А вот вместе жить не могут. Пожрут друг друга. А ты обо всем этом никому не рассказывал? Ну, конечно, нет. Хорошо. И никому об этой глупости не говори. Это опасно, сыночек. Можно умереть от неизвестной болезни. Но на всякий случай, ты все-таки сведи этого человека с Микояном. Анастас человек опытный, он разберется. Кстати, знаешь анекдот про Микояна? Это значит, дождик идет. И значит, говорят ему, вам зонтик. А он говорит, не надо, я между струйками. Понимаешь? Школа. Нет, я сейчас этим всем заниматься не могу. У меня серьезное дело. Конституция новая, основной закон государства, человека. Поеду в отпуск. Пиццонда. Мальков Виктор Васильевич, офицер охраны Игнатова. Рассказывайте только то, что знаете на самом деле. Выводы мы будем делать сами. Да, товарищ Микоян. Разрешите изложить только факты. Сережа, будешь записывать разговор? Хорошо. Постоянные встречи с Подгорным и Брежневым, их загадочные звонки. Наконец, неожиданная дружба моего шефа с Семичастным и Шелепиным. И почему-то во всех разговорах упоминается ноябрь. Что должно быть сделано до ноября? И теперь мне кажется, что постоянное упоминание ноября как-то связано с отпуском Никиты Сергеевича. Вот и все. Я просил вас воздержаться от собственных версий. То, что вы нам сейчас рассказали, товарищ... Мальков. Мальков, очень серьезно. Надеюсь, вы понимаете, какую огромную ответственность вы берете на себя. Понимаю, товарищ Микоян. Это хорошо. Вы поступили как настоящий коммунист. Но должен заявить, что товарищи Подгорного, Брежнева и других упомянутых вами товарищей мы тоже считаем честными коммунистами.
беззаветно отдающий свои силы на благо народа, на благо коммунистической партии. И поэтому продолжаем относиться к ним, как к своим соратникам по общей борьбе. Сереж, ты записал, что я сказал? Нет, не успел. Ну что ж, ты запиши. К соратникам по общей борьбе. Ты в отпуск с отцом едешь? Да, но позже, как с делами управлюсь. Угу. Тогда расшифруй запись и захвати с собой на Пицунду. Угу. Да, грамотная у тебя подслушка, Сухов. Во здравии слышно, а за упокой почти ничего. Зараза. Анастасия Лиса, как всегда, и нашим, и вашим. Стратег. Это чего? Личное дело капитана Малькова, товарищ генерал. А я его смотреть не буду. Почему? По кочану. Ты проморгал, ты и разбирайся. Понял. Он не поверил. Ерунда. По-моему, все в порядке. А эти слова, ну, он просто не хотел бросать тень на членов президиума ЦК до проверки. Или хуже того. Хуже чего? Извините, что втянул вас. И больше мне не звоните. Я уже засвечен. Ну что вы? Да вы не волнуйтесь. О вас уже известно Никите Сергеевичу. Проверить другие перроны, а я посмотрю вокзал. Пассажирский поезд номер 68, Харьков-Краснодар, отправляется с 5-го пути. Пассажирский поезд... Билет! Тихо, отец, заговоримся. Харьков-Краснодар, отправляется с 5-го пути. Телефон спецсвязи. Первый. Это 7-й. Объект со станции Харьков ушел. Закончилась посадка 334 Краснодар-Мариуполь. Это рейс последний? Ну? Куда? На Мариуполь, а куда тебе? И мне туда же. Ненормально. Где ж ты раньше был? 601-й. Ты с недобором. Ну, подожди минутку. Тут еще один пассажир нашелся. Спасибо. Ну, как это по-русски говорится, дорогой Никита Сергеевич, на пассажок. Ни о чем не беспокойтесь. Мы тут, так сказать, на боевом посту. На боевом посту. А ты кто теперь по чину-то будешь? Генерал-полковник Никита Сергеевич. О, генерал-полковник. А я вот всю войну в генерал-лейтенантах проходил.
А я, Никита Сергеевич, рядовой и необученный. Так что, товарищ верховный главнокомандующий, отдыхайте. И чтобы с новыми силами... С новыми силами? То неплохо. Рядовой необученный. Только зачем мне силы, когда говорят, вы меня в ноябре смещать собираетесь, гонцов по обкомам рассылаете, а? Ну... Никита Сергеевич, это не смешно. А? Как вы могли подумать такое, Никита Сергеевич? Кто вам это мог сказать? Кто это пытается вбить клин в руководство? Да ты что, Коля, юмор потерял? Никита Сергеевич нас поддел, он это любит, а ты, дорогой наш Никита Сергеевич. Ладно, пора. Папа, извини, еле вырвался. Сынок, а меня сейчас тут из-за тебя насмех подняли. Не понял. А я им сказал о заговоре, прям в лоб. Как? А Мальков? Ладно, не будем больше об этом. Бывай. Знает. Знает, но не верит. Иначе не улетел бы. Надо немедленно что-то предпринять. Ну, например? Ну, надо что-то делать. Промедление смерти подобно. А это тоже верно. Погоди. А откуда у него эта информация? Ты с кем? С тобой, Леонид Ильич, и ни с кем больше. А источник информации обнаружен. Все в порядке. Он сейчас в Крым полетел? Может, оттуда с самолетом чего? Ну, чего вы дергаетесь? Суть наших действий состоит в том, чтобы все выглядело законно и спокойно. И не надо создавать видимость переворота. Что-то неспокойно у меня на душе, Володя. Удивлена, как я тебя нашел? Ля, такого как ты, это несложно. Но зачем? Вдруг ты здесь с другим мужчиной? Я бы выбрала место получше, чем это.
Но и это вполне подходит. Я не верю. Ты всегда находишь меня, когда тебе плохо. Да, все так. Но сейчас я просто загнан в угол. Кем? Неважно. Главное, я помню, что ближе тебя у меня никого нет. Стас Иванович. А, Сереженька, а я вздремнул. Ну, как долетел? Да нормально. Я вам привез ту запись. А, хорошо. Проходи. Послушай. А ты почему мои слова не записал? Какие, Анастасия? Ну, которые я тогда сказал. Про Брежнева, про Подгорного, про всех. Ну, что мы им доверяем. Забыл? Нет, честно говоря, я думал, что вы сказали это для того человека. Зачем же здесь? Запиши. Когда? Ну, как когда? Сейчас садись за стол и пиши. Черновики у тебя с собой? Да. Вот и хорошо. Ага. Пишешь? Да-да, сейчас. Хорошо. Шах, дописал? Вроде бы все. Ну и хорошо. Вот видите, тут все. Я вижу. Mm-hmm. Распишись. Зачем? Документ есть документ. Но это же не для служебного пользования. Вы молоды. Для вас все странно. А мы люди старой закалки. Распишись. Пожалуйста. Молодец. Фантазии твоего чекиста мне пригодятся для мемуаров. Как ты смотришь на то, что мы поженились в ноябре? А почему ты выбрал именно этот месяц? Осень. Осенние свадьбы. Но был уже май. Теперь тебе от меня никуда не деться. Это не самое страшное в жизни женщины. Заходите. Ну что, Никита Сергеевич? Подруги. Время? Да. Так, сейчас докладывать будут. 5 минут как запуск произведен. Да. Я по решению ЦК к ноябрьскому пленуму должен подготовить новую редакцию Конституции. Я тут надиктовал кое-что. Ты посмотри, Анастас, как ты умеешь. Угу. Посоветуемся. Хорошо. Странно. Если была бы задержка или авария, тем более бы сообщили. На. Соедини-ка меня с Косыгиным. Хорошо, Никита Сергеевич. Никита Сергеевич, Косыгина нет. Тогда со Смирновым. Смирнова тоже нет, Никита Сергеевич. Пошли искать. Я приеду, я их всех найду. Передаем сообщение ТАСС. На орбите первый в мире трехместный пилотируемый космический корабль «Восход». Сегодня, 12 октября 1964 года,
в 10 часов 30 минут по московскому времени в Советском Союзе на орбиту спутника Земли новой мощной ракетой-носителем впервые в мире выведен трехместный пилотируемый космический корабль «Восход». На борту космического корабля находится экипаж, состоящий из граждан Советского Союза. Командира корабля... Жаль, зачем? Да никакого интервью не будет. Смирнов у телефона, Никита Сергеевич. Ну-ка. Товарищ Смирнов! Почему не доложили о запуске? Что значит не успели? Пайки получать успеваете? Вы должны были немедленно доложить. Руководитель государства узнает о полете космонавта по телевизору. Вы что, с ума сошли? Вы засранец, товарищ Смирнов. Объявляю вам выговор. Проведение расширенных медико-биологических исследований в условиях длительного полета. Эти исследования проводятся с помощью установленной на борту аппаратуры при непосредственном участии научного сотрудника космонавта. Папа! Послушай, что если нам отправиться в предсвадебное путешествие? Давай махнем, ну, к примеру, на 502. Мой конспиратор, для этого ты придумал свадьбу? С тобой хоть на край света. Давай собираться. Давай. 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 Вы не подумайте. Мы просто раньше времени не хотели вас беспокоить. Но мы были уверены, что наши мысли едины, и что вы нас поддержите, дорогой наш Михаил Андреевич. Вы что? Это же гражданская война. Опомнитесь. Гражданской войны не будет. Вы не раз сами говорили, Михаил Андреевич, что народ устал от шараханий Хрущева. И пора наши разговоры наедине друг с другом превратить в объективную реальность. Михаил Андреевич, но это надо делать немедленно. До возвращения космонавтов. Он не должен их встречать, вернее, не он должен их встречать. А кто? Вот. Душа нашего президиума, всеми нами любимый Леонид Ильич. Он вас устраивает? Вполне. Хорошо. Если все, я согласен. Мы вчера тут долго думали и решили позвонить Хрущеву и вызвать его из Пицунды на президиум ЦК должны именно вы, Михаил Андреевич. Почему именно я, а не именно вы? Вы его старый боевой соратник, он вас ни в чем не заподозрит.
Ну, кроме того, мы полагаемся на ваш большой политический опыт. Опыт, это имеет большое значение, но в данном случае авторитет решающий фактор. Ну, Михаил Андреевич, чего-чего, а уж авторитета вам не занимать. Возможно, Леонид Ильич, но из всех присутствующих он у вас самый большой. Правильно. А что, Леонид, это может и лучше? Нет. Пусть звонит кто угодно, только не я. Но почему, Леонид Ильич? Нет, нет и нет. Меня может выдать голос. Вы себя недооцениваете, Леонид Ильич. У вас прекрасные актерские данные. Вот ты, Шурик, и позвони. Ты у нас самый железный. Ну, это несерьезно, Леонид Ильич. А вдруг Хрущев спросит, почему он, а не Суслов или Брежнев? Чего вы боитесь? Все отработано. Армия, КГБ. И еще, никто, кроме вас, не обладает таким радушием, Леонид Ильич. Я сказал нет. С меня и так с первого спрос. Если что. Да, Михаил Андреевич, это Лебедев. Да, но он в бассейне. Никита Сергеевич, ау! Суслов, он спрашивает, ему перезвонить, или вы сейчас сможете поговорить? А что ему надо? Не знаю. Ну, давай! Пожалуйста, Никита Сергеевич. Слушаю, товарищ Суслов. Не понимаю, что за срочность. Я же отдыхаю. Ну, вопросов всегда хватает. Вот и обсудим их на пленуме в ноябре. Что значит собрались? Все собрались. Ну, не знаю. Ну, хорошо. Если без меня нельзя, попробую завтра вылететь. Слыхал? Что там? Да вот надумали вдруг пленум ЦК проводить. Ишь как? А зачем? Может, как и вопрос возникли? Чепуха. Нет у них никаких вопросов. Никаких. Почему так думаешь? А потому думаю. Похоже, тот чекист был прав. Прости, Никита Сергеевич, ты человек эмоциональный. Часто многое преувеличиваешь. А это что? Тоже преувеличение? Запрашивали погранзаставу? Да, Никита Сергеевич. Ну и что? Они объяснили, что корабли пришли по распоряжению семичастного. Теперь что скажешь, Анастас Иванович? По распоряжению семичастного. Что с самолетом, Никита Сергеевич? Готовить? Да. Ориентировочно. На утро. Ты что? Я обязан тебя предупредить.
На пути в Пицунду могут быть разные неожиданности. А я так и думала. Я не могу тебе сейчас все рассказать. Марина. Вот здесь важная государственная тайна. Из-за этого пакета за мной давно идет охота. Я кладу его сюда. Иди посмотри. Видишь? Марин. А? На всякий случай. Ну, если со мной что-то случится. Случится? Ты должна передать этот пакет в правительственную резиденцию начальнику охраны Хрущева, полковнику Литовченко, из рук в руки. Поняла? Поняла. Ты не передумала со мной еще ехать? Таким люблю еще больше. Ну. Успокойся, ну. Все будет хорошо. А мы с тобой порядочные свинтусы. Почему? Это место как бы уже наше, а мы забыли примету. Давай оставим две монеты на счастье. Ну, давай сплаваем напоследок. Я уже накрасилась. Женщина, ладно. Так. Держи. Тогда я сам зарою наши монеты. Володя, воздуха осталось только на 10 минут. Хорошо, успею. Пятому. Перехватить серый москвич. 2602 лис. Понял. 2602 лис. Конец связи. Thank you.
Вероника, соедини-ка меня с Малиновским, министром обороны. Домой звони. Алло, слушаю. Родион, ты? Он самый, Никита Сергеевич. По какой причине там президиум собирают? Не знаю, Никита Сергеевич. А что? Тебя не известили? Пока нет. Ты вот что. Ты, надеюсь, не забыл, что я тебя в 42-м от Сталина спас, а? Ну, как можно, Никита Сергеевич? Всяко бывает, Родион. А к чему бы это? Я могу на тебя рассчитывать? Конечно, но в каком смысле? В прямом. Мне могут понадобиться твои войска. Я готов исполнить любой ваш приказ, Никита Сергеевич, но после утверждения его членами ЦК. То есть как? А напрямую? Напрямую не могу, не положено. Кем это не положено? Я же главнокомандующий. Непосредственно главнокомандующий в условиях войны. В мирное время все решает ЦК. Извините, Никита Сергеевич, но дисциплина есть дисциплина. Этот порядок вы установили сами. Пошел ты, законник сраный. Ничего, я тебя породил, я тебя и придушу. Барышня, соедини-ка меня с Киевом, командующего военным округом. Звони прямо домой. Кошевой? Так точно. Здорово, Петро, Хрущев. Никита Сергеевич, во дела. Я вчера вас во сне бачив, теперь поди не верь в мистику. Я к организму. Да ничего, Петро. Я тебе звоню из Пицунды. Ты где отдыхал? У Ялты. У Ялты? Ну что ж, у Ялты хорошо. Это ж теперь жемчужина Украины. У меня к тебе вопрос. Ты мой приказ выполнишь? Любой, Никита Сергеевич. Ты не торопись с ответом. Если мне понадобится твоя помощь, ты понимаешь, какая ты... Указания ЦК с меня потребуешь? А нахрена они мне нужны? О! Вы главком, ваше слово для меня закон. Что, вот кто-нибудь так обижает? Нет, это я так, на всякий случай, сынок. А то скажите, я за вас кому хошь голову оторву, 500 000 под ружьем. Ну ладно, рад был тебя слышать, ты никуда не уезжаешь. На учение? Когда? Через недельку. Ну это поезжай. Это я к тому, что завтра не исключено, что могу позвонить снова. Есть. Весь день просижу у телефона. Ну все, бывай. Ты никуда не уезжаешь. Дальше все лирика. Не спишь, Владимир? Никак нет, Леонид Ильич, на посту. Как он? Завтра вроде бы вылетает. Точно? Ну, пока мне известно, что он распорядился готовить самолет. У тебя там все в порядке? Не сомневайтесь. Рад бы. Мало ли, что он может за ночь выдумать, он же еще главком. Вы прямо провидец, Леонид Ильич. 2 часа назад он звонил Малиновскому. Да ты что? И что? Родион его отшил, как мы условились. Молодец. А куда он еще звонил? Больше никуда. Ты это... Напрасно ты ему оставил связь. А как узнать, что ему еще взбредет в голову? Ну, не знаю. Если ты его кругом обложил, чего опасаться? Я подумаю.
Спите спокойно. Малиновский отдал все команды, так что завтра ни один солдат не выйдет из расположения частей. Охрану в Кремле и в резиденции я сменил. Спите. Да какой тут к черту сон? Давай, Сухов, в Киев. Возьмешь под опеку Кошевого. Действуй по обстоятельствам. Простите, у вас есть что-нибудь прикусить? Люля-кебаб. 2.20. Угу. Спасибо. Не за что. Блондинка лет 25-30. Довольно клевая. Смотрите в оба. Принято. Клевых блондинок мы столиком никогда не упускаем. Подготовьтесь и к варианту номер 3. Первый, я 12-й. Объект обнаружен. Принято. Что? Нигде нет. Ладно, давай прикроем выезд. Первый, я 12-й. Машина на стоянке. Ждем блондинку. Принято. Thank you.
Что вы здесь делаете? Мне нужен товарищ Литовченко, полковник, начальник охраны Хрущева. Зачем? Мне надо передать вам важные сведения. Какие? Я не знаю, отведите меня к Литовченко. Я Литовченко, начальник охраны Никиты Сергеевича. Да? Покажите, пожалуйста, документ. Просто мне надо из рук в руки, понимаете? Извините. Литовченко, полковник. Это вам. Разверните его сами. Лично Хрущеву. Вот, возьмите. Что здесь? Я не знаю. До свидания. Спасибо. А от кого хоть эта посылка? Теперь это уже не имеет значения. Я 12-й. Она оторвалась от вас и имела контакт с Литовченко. Приступайте к выполнению операции. Вариант номер 3. Есть. Понял? Вариант номер 3. Разрешите, Никита Сергеевич? Приятного аппетита, Никита Сергеевич. Спасибо. Самолет готов, когда назначать вылет? Давай пока на 12. Что это? Пленка с записью, адресованная вам лично. Откуда? Утром передала девушка, ничего не объясняя. Лично Хрущев. От кого? Слушал? Не имел права. Ну ладно. Ступай пока. Сергеевич, как человек, я благодарен вам за реабилитацию моего отца. А как офицер, считаю своим долгом довести до вашего сведения эту запись. Я тот самый капитан контрразведки, о котором вам говорил Лопатин. Ему вы не поверили. Тогда послушайте беседу вашего второго секретаря с Машитовым. Это хорошо. Я в твоих людях не сомневался. Ну, давай, за твой цветущий край. Из-за твоих верных джигитов. Я, ты знаешь, долго колебался. Но теперь все, баста. Я ему не пешка, чтобы меня туда-сюда перебивать. Не, пора его убирать. Ноябрьский пленум, полагаю, проведем без Никиты. Вас здесь не пишет? Плевать. Он в курсе. Кто? Тот, кто пишет. Семичастный? И Шелепин тоже. Весь комсомол с нами. Кстати, давай-ка на балкон выйдем. Со счетами у тебя все в порядке?
Все на безымянных вкладах в 5 странах. Сколько? 300 миллионов. Задел немалый. И чтоб никуда. Все для партии. Поддержка национально-освободительных движений, всякое такое. Сам понимаешь. А Никиту надо убирать. Причем срочно. Кашку ешь, Анастас. Ем. Жду компот. Вот это тебе вместо компота будет. Я уже слушал. Я второй раз слушать не могу. Это хороший компот. С перчиком. И с мармеладом. Я тебя через 20 минут жду в беседке. Здравия желаю, Анастас Иванович. Здрасте. Подожди. Ну что ты, Никита? Еще не все потеряно. Все. Они меня от связи отключили, мерзавцы. Чем же им Хрущев так плох? Сам виноват, потерял бдительность. Обложили. Как волка. Видать, усатого забыли. Придется напомнить. Ничего. Я и в бараний рог согну. Я им глаза на жопу натяну. Они навлекут на свою жопу приключения. У меня преданный экипаж. Сяду в Киеве, мы им с Кошевым такую Кузькину мать покажем, что будут только лететь перед этим радоваться. Кто поймет, в послы куда-нибудь, в Африку, пожалуйста, я не против. Кто нет, за борт. А Леню, предатели этих комсомольцев вшивых, которые его на это подбили, к стенке! Я всем, как курям, голову поотрываю. Ты зачем мне пленку дал? А затем, Анастас, что я тебе верю, тебе одному. Хотел у тебя совета спросить. Тогда почему не спрашиваешь? Да я знаю, что ты скажешь. Что? Смирись, Никита, не будь дураком. Только мне этого нельзя. Я 20-й съезд открывал. Мне этого нельзя, мне другое интересно. Что же это им так Никита Сергеевич поперек яиц встал? Куда они клонят? Ты слышал на пленке в конце, какими миллионами они ворочают за рубежом? Это ж они весь мир опутали. И все это под видом святого интернационального долга. И не то меня бесит, что они меня свергнуть хотят, может, еще не свергнут. То меня бесит, что лучшие из лучших. Мерзавцы! Тогда какую страну мы построили? Что за общество? Ведь если так, тогда все, тогда крах! Но тогда и во мне все крах. А крови я не боюсь. Ты все сказал? Все. Тогда послушай меня. Первое. Свяжешься с Кошевым. Это же гражданская война, Никита. Второе. Ты не хуже меня знаешь, что борьба за власть существует и при социализме. Да какой социализм?
Это в Швеции социализм. А у нас одна видимость. Будет. Конечно. Конечно, ты прав. Не то мы построили, что замышляли в 17-м. Конечно, не то. Какой-то гибрид из высоких идей и глупых поступков. И все к этому руку приложили. И Ильич, и Сталин, и ты, и я. И я. Ты знаешь, кто мы такие? Мы мичуринцы. Я уже это давно понял. И молчишь? Почему? Партия, Никита, это наша жизнь, и надо сохранить ее всеми правдами и неправдами. А не убережем, тогда действительно крах. Какая партия? Это что, вот на этой пленке мы слышали? Может, ее уже и нет, партии-то никак. Оставь эмоции, пожалуйста. А это твой историк? А чекист, контрразведчик? Они же верят в нее. А подорвать авторитет партии — это посеять новые сомнения у них. Рядових, ты уже огорошил всех Сталиным. Теперь хочешь и собой. Уймись, Никита. А верим мы сами или не верим, это уже не имеет никакого значения. Так ты что решил? Москва? Или Киев? Вот дурни. Во всем им плох, Никита Сергеевич. А что они без меня стоят? Кто такие? Сами обосрутся и страну посадят в дерьмо. Ведь мы с тобой последние, и что хоть помнят, ради чего все это началось. Нет. Еще 10 лет надо стоять. И мы еще посмотрим, кто такой Никита Сергеевич и за кем пойдет партия. Москву, конечно. Куда денешься? Москва, Кремль, Брежнев. Вылетает в Москву. Подстрахуйте Киев. Микоян. Спасибо. Спасибо. С благополучным прибытием, Никита Сергеевич. Что же вас так мало? Все давно в Кремле. Вас ждут. Ждут. Ну, пошли, Анастас.
Садись, Никита Сергеевич. Давай, давай. Еще лучше будет. Ничего, пройдет, а? Ну, с крещеницем. А вот и снова рыжая. Ну что, рыжая? Все ничего, Леонид Ильич. Приятного аппетита. А что, мужики, не забить ли нам козла? А зачем? Одного уже забили. Ha 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 ha!